Наталья Бушуева – серебряный волонтер. Работать ей в основном приходится с молодежью, что мотивирует вести активный образ жизни. В Ночь музеев Наталья работает добровольцем культуры в специальном бесплатном автобусе, который пустили в маршрут от фабрики кухни по старому городу до Хлебной площади. Волонтер помогает самарцам и гостям города сориентироваться, где лучше выйти, и подсказывает, что непременно стоит посмотреть. Это впервые, вообще музейный автобус, он впервые. То есть всем очень нравится, маршрут интересный, очень интересная информация. Многие люди, они просто не уходят из автобуса. То есть они вот сели на конечную, они возвращаются на конечную, а потом они только едут в город. Автобус ходил с интервалом в полчаса до полуночи. В пути для пассажиров работал аудиогид, который рассказывал историю Самары. Очень удобно, потому что мы, как я сказала, в городе в первый раз, мы с картой, и найти все объекты нам было бы просто невозможно, и поучаствовать в большом количестве мероприятий, которые происходят почти одновременно. Поэтому это замечательно, что есть автобус, в котором и помогут, и подскажут, и есть остановки, и есть еще аудиогид. Да очень удобно, конечно. Можно проехать, посмотреть город. Давно не были в этой части. Обязательное условие для проезда в таком автобусе было лишь одно – соблюдение масочного режима. Мария Левина, Максим Гусев. События.